Здесь готовят водителей машин для всей Калмыцкой республики. Прежде чем сесть за руль, каждому из них приходится немало полазить под машиной, повозиться с мотором и, конечно, хорошо усвоить теорию. Школа уже подготовила 1350 шоферов. К уборке урожая ее окончит еще одна группа. А пока отличник учебы Андрей Нураев и его товарищи проходят практику.